Всем привет! Вы на канале «Сельская жизнь» и с вами я, Юлия. Сегодня я открываю новую рубрику «Диетическое питание». Каждое выпущенное видео будет подписано ДП. Наверное, каждая женщина, которая имеет несколько лишних килограммов, желает их сбросить. Но избавиться от лишнего веса нужно так, чтобы это было не в ущерб для организма. Не надо мучить себя строгими диетами, вечными запретами на сахар, соль, сладкую выпечку. Существует очень много рецептов, которые помогут сбросить лишний вес. Но они очень вкусные, простые и доступные в приготовлении. И сейчас, когда за окном весна, самое время начать правильно питаться. То есть кушать только полезную, малокалорийную, но в то же время вкусную пищу. Конечно же, нужно забыть про фастфуды, газировку и жареную еду. Но я думаю, это не проблема для тех, кто хочет сбросить пару-тройку, ну а может быть и побольше килограммов, и к лету выглядеть гораздо привлекательней, с легкой походкой и хорошим настроением. Все рецепты, которые я представлю вашему вниманию, проверены лично мной. Они просты в приготовлении, не требуют много времени и затрат. Главное, они очень вкусные и делают свое дело, помогают избавиться от лишних килограммов. Следите за моим видео. С вами была Юлия на канале «Сельская жизнь». До встречи! Всем пока!